Привет, Давид. Доброе утро. Прекрасное произведение. Спасибо. Как оно называется? Оно называется «Альма Каразон и Вида». Здорово. А много времени потребовалось, чтобы ты выучил его? Ну, примерно месяц, месяц-два, примерно, чтобы прям полностью готовое было. Угу. Давид, ну давай с тобой немножечко поближе познакомимся. Расскажи, пожалуйста, как ты начинаешь свой день? Я просыпаюсь, умываюсь, завтракаю. Если есть школа, то иду в школу, собираю школу, складываю рюкзак. Потом, иду, если в понедельник, то иду сначала на гитару, а после гитары иду в школу. Потом прихожу домой, переодеваюсь, немного отдыхаю. И ужинаю, и занимаюсь на гитаре, и делаю уроки. Угу. А как насчет спорта? Делаешь ли ты утреннюю зарядку? Ну, иногда, когда есть время, делаю, там, пресс качаю, или, ну, занимаюсь, в общем-то, спортом дома.
Угу. Здорово. Давай познакомимся поближе с твоим творчеством. Расскажи, пожалуйста, как давно ты играешь на гитаре? 7 лет. Угу. С 5 лет начал. Мой первый педагог был Михаил Юрьевич. Угу. Потом он проучил меня 6 лет, и на 7-й год стал учитель, мой учитель первый, он уволился, и пришел другой, и у меня стал учитель Алексей Дмитриевич Мурин. Гитара. Какие еще тебе нравятся, может быть, помимо гитары, музыкальные инструменты, на которых бы ты хотел научиться играть? Вот мне нравится пианино, синтезатор, классный звук, мне тоже нравится. А опыт уже был какой-то или пока просто это в планах? Ну, в планах пока, то есть меня, можно сказать, я плюс-минус знаю, там, как ноты на фортепиано, но прям классно играть, как профессионал, я не могу пока. Угу. Ну, то есть по большей части занимаюсь гитарой только. Угу. Здорово. Давид, скажи, пожалуйста, ты один в семье такой талантливый или еще у тебя кто-то есть, кто увлекается творчеством? У меня брат занимается тоже гитарой, музыкой тоже занимается. Мой папа тоже занимается музыкой, вот. Ну, у меня еще есть младший братик, но пока неизвестно, да. Понятно. А папа на чем играет у тебя? На аккордеоне. Угу. И он известный музыкант, ты можешь об этом смело говорить, да, в нашем городе. Он по Казахстану, можно сказать, очень популярный. Угу. То есть ты пошел по стопам папы? Да, ну, по идее, я сам захотел на гитаре играть. Я люблю вообще и электрогитару люблю, и бас-гитару люблю. Очень нравится мне звук. Я в 5 лет любил смотреть, там, как играет. И попросил папу, чтобы мне гитару купил. Вот так началась моя, скажем, музыкальная история. Здорово. А есть ли у тебя кумиры в мире музыки? Майкл Джексон хорошо, мне нравится тоже, как он поет, как он... Музыка у него классная до сих пор. Сколько лет уже прошло, наверное, 20 или 30 или сколько. Он до сих пор слушает люди, до сих пор популярная. Играл какие-нибудь его произведения? Пробовал? На гитаре? Да. На гитаре? Нет. Угу. Давид, ты уже неоднократный призер различных конкурсов. Да. Давай расскажи нам об этом. Где ты победил, где ты участвовал, какие места ты занял? Я участвовал в этом году в 3 конкурсах. Угу. Получается, городской, республиканский и Taraz Music Games. Он тоже республиканский, находится в Таразе. Давай по порядку. Какой был первый конкурс, где он проходил и какое место ты занял? У меня первый мой конкурс был городской. Ага. Потом я прошел этот тур и попал на республиканский. Тоже занял в нем первое место. И потом со временем мне предложили выступить еще в одном конкурсе, это Taraz Music Games. Он тоже республиканский. Вот. Вместе с дипломом вот мне дали еще медаль. Могу показать. Первое место, правильно? Да. Какой конкурс был для тебя самым волнительным? Вообще, в каком формате каждый конкурс проходил? Я знаю, где-то был онлайн формат, да. Правильно? Вот расскажи, как это было? Городской, он проходил у меня, ну, офлайн, получается. Я там, по-моему, больше всего волновался. А республиканский я онлайн проходил. То есть сняли видео и отправили в Алматы или в Астану. То есть я не знаю. И третий мой конкурс, последний, он проходил офлайн. То есть, ну, там был по выбору, можно онлайн или офлайн. Я брал офлайн. Угу. Здорово. Поделись своими творческими планами. Я хочу вот взять эстрадную музыку и, в плане играть эстрадную музыку со временем. Угу. То есть я в этом году уже закончу музыкальную школу и хочу на эстрадную музыку попробовать, как она звучит, поиграть ее. Вот. Угу. То есть ты хочешь в профессии быть музыкантом в будущем? Да. Или все-таки это больше хобби? Нет, это больше профессия. Он уже много времени уделяет. Угу. Да, и самому не нравится, когда вот выступаешь, прям удовольствие получаешь. Угу. Как часто ты репетируешь? Сколько часов в день? Ну, час, полтора. Ну, смотря когда. Если у меня намечается конкурс,
там до конкурса остается месяц, там, например, 2 недели, месяц, 3, то я занимаюсь много довольно. То есть даже не знаю, просто занимаюсь до окончательного результата. А если конкурса нету, то через день, каждый день, иногда вот по полчаса, по часу, вот так. Угу. Давид, что бы ты пожелал всем начинающим музыкантам? Наверное, не играть сразу быстро, а сначала медленно, потихоньку, потому что если сразу начинаешь быстро торопиться, ты загоняешься, и у тебя просто получится каша. Так что сначала нужно в медленном темпе играть, а потом со временем потихоньку быстрее темп развивать. И если такую технику соблюдать, то ты сыграешь намного быстрее, чем если сразу начнешь быстро играть. Угу. И качественнее, да, наверное? Да, и качественнее. Угу. Давид, огромное тебе спасибо, что ты сегодня пришел к нам в гости. Вам спасибо. Я желаю тебе творческих успехов. Ну и думаю, напоследок ты нам сыграешь какое-нибудь прекрасное произведение. Все. Что ты сыграешь? Сонату номер 1. Давай.